Здравствуйте, дорогие любители футбола. Сегодня для вас в прямом эфире работают комментаторы Георгий Черданцев и Константин Кенич. И мы уверены, просто не сомневаемся в этом, что грядущий матч вас не разочарует. Оставайтесь с нами. По прошлому сезону команда оставила очень приятное впечатление. Мало кто думал, что они до последнего будут биться за повышение в классе. Теперь они по праву считаются одним из фаворитов турнира. Ибрагимович! И это гол от перекладины. Мне кажется, даже на верхнем ярусе стадиона было слышно, как зазвенела перекладина после этого удара. Да, уж приложился он действительно здорово, хотя по замаху было видно, что игрок бил не на точность, а скорее на силу. Всего 2 минуты прошло, у нас уже есть быстрый гол. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Плохая передача, еще бы ее не перехватили. Ибрагимович. Будут сбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Альвес Дасиль. В центральной зоне передачи должны быть точнее. Защитник перехватил. Итак, у нас аут. Очередная потеря. Альвес Дасиль. Ракитич. И навес. И легко прерывает эту передачу защиты. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Уилшер. Санья. Маркизио. И вот потери в центре поля. Прекрасный навес. Ройс. Аут, но до штрафной рукой подать. Посмотрим, как они смогут разыграть этот стандарт. От ворот будет мяч. Еще раз смотрим, как команда забивает и выходит вперед. Потеря. Все, в оборону. Месси. До конца он играл в этом эпизоде и спас свою команду. Альвес Дасиль. Мяч за боковой линией. Месси. Мюллер. Хорошая передача. И здорово играет защита. Красиво сыграно. Альвес Дасиль. Отличный кросс. Голкипер отбивает мяч куда подальше. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Арбитр назначает угловой. Потеря. Потеря.
хорошая возможность доставить мяч в штрафную, а там уже побороться. Ибрагимович в борьбе с защитником упускает мяч за боковую. Детская ошибка, просто подарил он мяч сопернику. Будет штрафной удар. Ройс. Ударище просто. Не лег мяч на ногу, выше ворот. Ибрагимович. Мяч у соперника. Тут просто подарили мяч сопернику. Ройс. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защитника. Видит партнера и мягонько головой скидывает ему мяч. Классный отбор. Можно играть. Посмотрим за этой атакой. Мяч ушел вам. Ройс. Маркизио. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Аут около штрафной. Это может быть опасно. Маркизио. Можно продолжать игру. Чисто сыграно. Отличный чистый отбор. Жоржевич! Вот это спасение! Это угловой удар. Забивать надо! По направлению правильно, но ведь там никого нет. Жоржевич. Минимальное количество голов, минимальный перевес. Нас ждет второй тайм на Emirates. Спасибо. Отличный пас, сказал соперник. Альвес да Сильва. Здорово разбирается с защитниками. И пошла передача. Вынос. Офсайд. Это даже инопланетяне видели из космоса. Арбитр на линии фиксирует офсайд. А ведь могло случиться из-за этой атаки что-то серьезное, если бы чуть поумнее действовал игрок. Лучше мячом распорядиться. Какой навес! Санья.
Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Мюллер. Слушайте, ну это просто Барселона Гвардиолы в лучшие времена. Сыграно жестко, но в рамках правил. Мяч покинул пределы поля. Опасно как! О-хо-хо! Гол! И они догнали соперника. Демонстрация высочайшего футбольного духа, потому что казалось, проигрывать будут крупнее, а сейчас ничья уже. Ну и теперь многие, вот как я сейчас, например, могут сказать, а я все-таки верил в этих парней. После ответного мяча у нас 1-1. Навес. Месси. И мяч в руках у голкипера. Совершенно логичное решение. Хорошая скидка партнера. Ройс. Месси. Мяч перешел к другой команде. И свисток останавливает игру. Офсайд фиксирует линейный арбитр. Ищут они разные варианты для атаки. Ройс. Штрафной удар. Мяч у соперника. Командный прессинг используют гости. Будем надеяться, что хватит им кондиций на такой вот спут. Попытка обострить игру. Ройс. Чисто отобран мяч. Тут может что-то получиться. Удар. И справляется вратарь с этим ударом. Опасная передача. Альвес да Сильва. Здорово! Ройс. И команда выходит вперед. И команда, которой сегодня предрекали поражение, а кое-кто и крупная, выходит в лидеры. Но время-то еще есть, и если уж совсем честно на эту ситуацию посмотреть, то еще можно все исправить. Мяч вонзается в ворота, и никаких шансов у голкипера. Игра возобновляется, счет уже 2-1. Это может быть опасно. Но в следующий раз, может быть, и попадет, и сравняет. Джорджевич. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Через 7 минут закончится дополнительное время.
Ибрагимович. Какой прекрасный пример отбора мяча. Равенство по владению мячом. Да, и сам матч смотрится весьма равно. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Джорджевич. Ибрагимович. Вот это удар! Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Ройс. Потянул мышцу, он похоже. Если это так, то ему, вероятно, понадобится замена. Опасно! Ну, вы понимаете, если с этого углового команда забивает, у соперника просто не остается времени, чтобы забить два. Как ни старался, но, тем не менее, голкипер выручить свою команду не сумел. И это, конечно, не его вина. Явный фол, это штрафной. Стенка все идет и идет, а судья все смотрит и смотрит в другую сторону. Один из игроков стенки получает желтую карточку. Но он явно пару шагов к мячу сделал до свистка. Бьет он по воротам. Чисто сыграно в мяч. Продолжительный и троекратный финальный свисток. Доминировали весь матч, победили по делу. Ибрагимович! И это гол!